Видео, снятое в воинской части Камень Калининградской области, стало вирусным и мгновенно облетело социальные сети Поморья. На нем мобилизованный из Холмогоры разбирает посылку – губернаторскую гуманитарную помощь. Зимние сапоги. Аля, нас отправляют в зиму, мы ни разу не замерзнем. Вообще, в зимних сапогах мы не замерзнем. Коврик для йоги. Базара ноль. Коврик будем заниматься йогой. Йогой будем заниматься, нам на земле будет не холодно спать в окопе. Очень хороший коврик, советую всем. Носки. Господи, боже мой, называются. Нательное белье. Не вижу никакой прослойки на нательном белье вообще, чтобы оно впитывало влагу и отталкивало его. Сушки. Годен 15 суток. 09.10.2022. Сегодняшнее наше число? 7 ноября. В социальных сетях такую распаковку восприняли неоднозначно. Многим не понравился насмешливый тон и бросание вещей через плечо. Другие отмечали, вещи, которые показывал мобилизованный, действительно не самые дорогие и качественные. Ответ незамедлительно пришел и из губернаторского центра. Там пояснили, комплекты гуманитарной помощи формируются с конца сентября на основе заявок, которые предоставляют из воинских частей, где проходят подготовку к военной службе мобилизованные из Архангельской области. И в них не основная экипировка. Этим занимается Министерство обороны. Мы стараемся дополнить вещевое имущество, которое выдает Министерство обороны, тем, что ребятам, в принципе, может пригодиться. В центре также пояснили, принимать или не принимать дополнительные вещи – дело самих ребят. И добавляют, те, кто служил в горячих точках, знают, там ничего не бывает лишним, пригождается все. И пара обуви пока сохнет основная, и запасной комплект белья. Саму посылку прокомментировал специалист с опытом работы спасателем, имеющий практику применения подобного обмундирования. Данный сапог, он предназначен для температуры от минус 10 до плюс 40 градусов. Его тепло обеспечивает вкладыш, который состоит из нетканного материала и также имеет непрокалываемую подошву. Это у нас штаны и вверх кофта. Данный материал, он состоит преимущественно из хлопка. Это 95% хлопка и 5% синтетики. Носки, которые показаны в видео, в наших комплектах таких носков нет. В наших комплектах термоноски. В комплекте у нас получается 5 пар утепленных хороших термоносков. Также к термоноскам еще вложены перчатки двойные, теплые. А вот просроченные сушки действительно имели место. Так произошло, потому что между комплектованием посылок и их доставкой в части прошло определенное время. А за продуктами, если в будущем мы их будем поставлять, мы будем более внимательно следить, в том числе, естественно, с точки зрения сроков годности. В губернаторском центре заверили, гуманитарная помощь от правительства Архангельской области будет продолжать поступать. Работу по поддержке бойцов будут корректировать, исходя в том числе и из пожеланий военнослужащих.